Строго положительно. Во всем. Отвратительно. Очень плохой. Это фильм про то, как гражданин Эрн в детстве торговал театральными билетами. Он не про Высоцкого. Это про то, как барыги продавали билеты. Это там главная, так сказать, струя. Но лично мне это не интересно. Я вот все-таки, мне бы интересно было, как вот человек ухитрялся сочинять такие песни, которые слушала вся страна. И, в общем-то, не знаю, как у вас, у меня на любой случай в жизни обязательно найдется цитата отличная из песни. Ну вот это мне было бы интересно показывать там какие-то... Он глупый, понимаете, просто глупый. Если мы везем наркомана на гастроли, вот мы с вами, и у нас наркоман, мы с него деньги зарабатываем, ну какие наши действия? Ну естественно мы с вами повезем чемодан наркотиков, правильно? Потому что наркомана надо поддерживать в боевом, так сказать, состоянии, ну все с нами. Это же ответственный момент, речь про наши деньги. А там наркомана увезли без наркотиков, какие-то поиски. Я не знаю, ты там скажи, что Высоцкому надо наркотиков. Там отбиваться ногами придется от желающих, которые принесут всякого. А тут там не найти, здесь не найти, куда-то ехать надо. В узбеки, в кавказских кепках. Это нам депутат Федоров только может рассказать. Я в ЦРУ не работаю, поэтому песни Цою не писал, а Евгений Федоров вот знает. Это его надо спросить. Друзья мои, все, все, к сожалению. Что это такое? Только разошлись, да. Вот, ну это... Ну, дождь закончился как раз. Ильич успокоился. Да.